Во-первых, куда же я сейчас еду на своей Ламборгини? Вы думаете, может, как вы думаете? Ну, некоторые могут подумать, что к своему домику, некоторые думают, что на работу, некоторые думают, что типа, не знаю, куда-нибудь просто, к девушке, например, своей. Нет, 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 блядь. Я еду на утиль. Я еду на утиль сливать эту FT-шную машинку, на которую я потратил приблизительно плюс-минус 60, 70, ну, немножко тысяч, короче, 50 тысяч, может быть. В общем, а сейчас едем, сливаем ее и кулинан. Едем, покупаем Чирон. Вот, пожалуйста. А, вот это Ламборгини. Где ты? Вентадор. Утилизировать. 320 тысяч, то есть я потерял 80 тысяч с ее настоящей цены. Это много, хочу вам сказать. Продаем еще вот этот. Это моя машинка, которая была кастомная. Я сейчас с ней рву отношения, потому что я не вижу смысла ее дальше держать, если я на ней не катаюсь. Я обещаю, что я потом куплю несколько таких. Я сделал видосы про нее, и поэтому я загружу, и она будет у меня в вечных воспоминаниях в YouTube. Так, где-то вот тут самое было. Вот он, Rolls-Royce Cullinan. Почему я сливаю... Кстати, этот Rolls-Royce был у меня самый первый, когда только добавили Cullinan. Но сейчас я его утилизирую за 520 тысяч. Все, у меня есть деньги на покупку нового Чирона. Но есть одна маленькая загвоздка. Мне нужны еще деньги для того, чтобы купить на него тюнинг. Поэтому мы сейчас сливаем еще и BMW. Так. Слил я уже очень много денег. Так что да. Не будьте как я. Хотя, когда очень много машин, можно и это поделать. Если я куплю уже эти все Чироны, то я 100% буду уверен, что я больше не буду тратить деньги. Прощай, моя дорогая Бентли. За 280 тысяч. И едем покупать Чирон. Сейчас я такие, которые вот эти пыхают. Да, Чирон это хорошо, братыш. Как вы понимаете, я слил в утиль весь свой эксклюзивный автосалон, поэтому сейчас едем покупать тачку. Да, потратил я очень много денег на тот прикол. И сейчас едем покупать Чирон. Ну, я думаю, на этом можно закончить видос. И куплю я видос на следующем... куплю я Чирон на следующем видосе и затюнингую его уже под FTSS. Так что смотрите.